Филу реально надо комментировать, бля, идти что-нибудь. Он воду льет нормально. Ни с чем, заваруха на мосту, он там какая-то, ну, типа, схватка мобов, там один из ПСЖ, один из СТСа. Они друг друга фиряют. Сначала один фернул того, а другой фернул другого. Вот. Ну и мобы там просто друг друга. Это жесткая мужская пизделка мобов. В принципе, игроки пока что АФКшат. На поле ничего не происходит. На футбольном поле ничего не происходит.